Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и это новый сталкер. Ладно, пизжу, как всегда. И это скам, обновление 0.8. Знаете, что у меня в руках? Это счетчик Гейгера. Вот такие вот добавили счетчики прикольные, которые показывают уровень радиации. И мы сейчас поедем... Чернобыль. Да, наверное. Потому что чем-то он напоминает мне Чернобыль. Нихрена ж не видно. Давайте аккуратненько. Так. Круто, он без рук едет. Так, Копперфильд какой-то. Притормози, да. Выходим. Счетчик Гейгера мы тут потеряли, но ничего, у нас такой есть. Ну, видно, еще нормальный уровень радиации. Мы отправимся внутрь. Мы должны узнать, что произошло. Радиация зашкаливает, значит, мы очень близко. Видим, люди покинули это место. Так, я надеюсь, у меня по метаболизму все нормально. Так, идет сражение. Но мне кажется, это эпицентр. Надо смотреть за заражением. Надо его выключить, короче. И так понятно, что тут эпицентр, и тут самое жесткое место. Так, возьмем оружие на всякий случай. Так, а что с заражением? Опа. Это местные жители. Не подходи! Это был. Поднимемся на крышу, посмотрим на место аварии. Вы сами понимаете, что такое радиация. Вот это место аварии, но еще дымит. Мой винтажный хазмат просто справляется на ура. Так, мы попробуем подойти поближе и посмотреть.
Что же тут произошло? Ну давайте включим. Так, а если я туда спущусь? Вот так и закончилась жизнь юного приключенца в мире скам. Ничего не поделаешь.